Москва на 14-м месте в списке самых загрязненных городов мира. Ежедневно каждый москвич вдыхает 120 граммов токсичных веществ. Зато радиационный фон в столице один из самых низких в Европе. Насколько опасно жить в мегаполисе? Это привычная нам карта Москвы. По дорогам мчатся автомобили, под землей шумит метро. А так выглядит карта самых скоростных линий столицы. И речь не о новом виде транспорта. Это линии электропередач, по которым течет ток. Город стянули 1 200 000 метров проводов. Они занимают территорию более 9 000 гектаров. Миллионы москвичей круглые сутки купаются в электромагнитном излучении. Это проблема высокого напряжения, считает физик-эколог Александр. Здесь опасно стоять, вот где мы находимся? Не то, что опасно, вредно. Мегаполис, как большая теплица, создает свой климат. В городском парнике всегда теплее, чем в пригороде. Каменные дома нагреваются и отдают тепло замерзшим улицам. Кольца дорог шумят днем и ночью. Шум третьего транспортного кольца в час пик – это 90 дБ. Также грохочет только Ниагарский водопад. Для наших ушей такой шум почти предельный. Звук громче 100 дБ убивает слух. Электромагнитное излучение влияет на мозг и сердце. Считается, что поле резонирует с нашим организмом, нарушая его работу. Выхлопы машин и заводов отравляют легкие человека, оседают в дыхательных путях. Радиационное воздействие самое глубинное. Оно заставляет мутировать клетки, изменяет наши хромосомы. Разберемся, насколько опасна для жизни Москва. На Звездном бульваре, неподалеку от Останкино, мощная ЛЭП нависает над сквером и невысокими жилыми домами. По мини-парку на бульваре круглый год бродят собачники и родители с маленькими детьми. Даже час здесь простоим, то голова будет болеть, такое небольшое головокружение. Если дольше постоять, то это уже, конечно, и адские головные боли. От приборов Александра не скроется даже самый переменный ток. Измерение проводится на уровне головы, то есть, ну, что наиболее подвержено электромагнитному излучению. Повышенный фон, если смотреть внутри помещений жилых, то есть он превышает тут процентов на 20-30. На улице нормативы менее жесткие, и в эти рамки звездные ЛЭП укладываются. Но ажурные высоковольтки отбрасывают электромагнитную тень на соседние дома. Экологи уверены, люди не должны жить ближе, чем в 50 метрах от линии электропередач. Сейчас вместе с Александром мы измерим расстояние до ближайшего жилого дома. Сколько? 40 метров. Результаты замеров неутешительны. Необходимые для безопасности 50 метров не набраны. Ну что скажете? В принципе, здесь вредно жить. Чем больше времени жители бульвара будут проводить вне дома, тем меньше у них будет проблем со здоровьем. Еще 10 лет назад в доме почти каждого жителя столицы был счетчик Гейгера. Где и как город фонит сегодня? В Москве 10 действующих исследовательских реакторов. Несколько самых крупных в Курчатовском институте. Есть реакторы в НИЯУ, бывшем МИФИ, в Институте теоретической и экспериментальной физики и в Московском энергетическом институте. Вместе с Александром и его чемоданчиком Гейгера мы отправились в гости к гранитному Курчатову. Потенциально это самый радиационный район столицы. Это Курчатовский институт. Здесь находится целых 7 реакторов. Они расположены по всей территории. Далекие от физики местные жители не сомневаются, из-за такой концентрации реакторов в одном месте район просто тонет в радиации. Александр готов доказать обратное. Тут измерения закончены. Гамма-фон здесь составляет 54 нанозерца в час, что почти в 6 раз меньше, чем предельно допустимый уровень. И, в принципе, это фоновый уровень по всей Москве такой же. Физики из Курчатовского хорошо следят за своими реакторами. Здесь москвичам явно нечего бояться. Даже если сюда упадет ракета, здесь работает система защиты, никакого ядерного взрыва здесь не будет. Но часто горожане получают дозы радиации, даже не подозревая об этом. Александр предложил провести эксперимент, проверить уровень излучения в обычном переходе московского метро. Мало кто знает, что природными источниками гаммофона, то есть радиации в простонародье, являются и гранит, и мрамор.
Метро заковано в мрамор полностью, а по гранитным плитам миллионы москвичей ежедневно шагают в переходах и по подземным перронам. Стены здесь, в принципе, идет фон почти в два раза больше, чем рядом с Курчатским институтом на улице, а от пола почти в пять раз больше, чем от Курчатского института на улице. Здесь уровень излучения находится практически на предельно допустимом уровне. Конечно, просто пройдя по такому переходу, лучевую болезнь не получишь, но продавцы и охранники, проводящие в переходах все свое рабочее время, сильно рискуют здоровьем. Лабиринты московской подземки – это новые опасные точки на столичной карте. Мегаполис смолит трубами заводов и воет километрами автострад. Столичный воздух не назовешь прозрачным. В среднем на одного москвича приходится 46 килограммов вредных веществ в год. А 27 тысяч жителей столицы вполне могут получать молоко за вредность. Они, как сталкеры, каждый день выходят из своих домов в отравленный район Капотни. Мы, как это, Волги обложены со всех сторон. Кольцевая, нефтеперегонная и Люблинский литейно-механический. Вообще тут с противогазом. Ходить постоянно. Даже сейчас при сильном ветре дышать здесь не особенно просто. А ведь жилые дома всего в 100 метрах. Посмотрим, как оценит капотнинский воздух газоанализатор. Сероводорода здесь нет, зато оксид азота показывает превышение на 2 единицы. А угарный газ вообще зашкаливает. Получается, жалобы капотнинцев оправданы. Нормы концентрации вредных веществ в их районе и правда нарушены. Вот этому дому приходится хуже всего, больше всех достается. Посмотрите, какие черные окна. На 7-м этаже за почерневшими окнами многострадального дома живет Алексей. Даже на высоте воздух не становится чище. Балконные окна Алексей мыл всего неделю назад. Сейчас вот уже фактически вот с той стороны, с оборотной стороны, вот они как засорились. Из его окна открывается красивый вид, но условия жизни в квартире как на вредном производстве. С нефтеперерабатывающего завода был острый запах газа, соответственно, метан, этан, пропан, бутан, и, соответственно, серый несло оттуда. Сейчас главная забота жителей – установка шумоизоляции на кольцевой. Она поможет снизить в том числе и загазованность воздуха. Просьба отправлена в администрацию района. Капотнинцам остается только ждать. Эколог Марк Борозин считает, что жителям Капотни плохо дышится не только из-за обступивших район заводов и МКАДа. На несчастный район идет загазованный воздух из центра, с Садового и Третьего транспортного колец. Причина в розе ветров. Преобладают вот на протяжении 200-300 дней в году ветры западного направления, северо-западного и юго-западного. То есть целых 10 месяцев ветер в Москве дует с запада. Страдают от этого в первую очередь восточные районы столицы. На них сносит весь пробочный смог. В принципе, ситуация предкатастрофическая. Катастрофа произойдет, если даже небольшой заводик поставить на западе Москвы. Все вредные вещества из труб сдует к востоку, и воздух в центре столицы будет отравлен. К счастью, сейчас московские заводы сосредоточены на востоке города. Карта опасного влияния мегаполиса составлена. На востоке столицы москвичей ждет загазованный воздух. В центре дышать тоже непросто. В московской подземке, облицованной гранитом и мрамором, иногда встречается повышенный радиационный фон. ЛЭП, протянутый по всему мегаполису, меньше всего их внутри Садового кольца и в парках. Получается, самые опасные районы на востоке – это Капотня, Марьино, Люблино, Братеево. А лучше всего с экологией на западной окраине Москвы, в Крылатском, Строгино и в районе метро Юго-Западное. Климат мегаполиса не назовешь полезным, но, возможно, со временем люди станут легче переносить даже самые вредные воздействия. Жители мегаполиса – это новая ступень человеческой эволюции, уверена генетик Юлия. Люди, более приспособленные к такой среде, они дольше живут, они больше потомства оставляют. Это такой эволюционный механизм, просто он очень-очень медленный. Наши дети более приспособлены к городской жизни, чем мы с вами. В будущем человек адаптируется к загазованному воздуху, радиации и электромагнитному излучению. Появится новое поколение, которому не страшны городские опасности. Так что с точки зрения генетики, жители Капотни уже сегодня самые прогрессивные москвичи – люди 22 века. Каждую минуту в гостинице столицы заселяется 8 человек. Каждую минуту в Москве продается 5 билетов в театр. Каждую минуту москвич зарабатывает 2 рубля. Это Москва. Она живет 24 часа, 7 дней в неделю.